выбираем место для разворота. Что мы для этого делаем? Наверх посмотрите, что вы видите. Поворотник делаем. Выключайте поворотник. Заново включайте. Вот вы сейчас, разве выехали на перекресток? Вы половину автомобиля пересекли пешеходный переход. Вот вам сейчас повезло то, что, ну, товарищи продвинулись вперед. Если бы они не продвинулись бы вперед и загорелся бы красный сигнал светофора, это, к сожалению, нарушение правил дорожного движения. Подтянитесь к нему немножко. Ну, что вы встали-то? Едем, чё? Заканчиваем? О-о-о. Ну, поехали, чё? Куда мы едем уже? Правый поворотик. И поехали. Выключайте поворотник. Что мы должны были сделать? А, на том перекрестке. Развернуться. Вы в полосе в какой стояли? В левой полосе. Да.